У Гомелі будзе вырабляцца лепшая па якасці беларуская пшанічная мука. Здарыцца гэта пасля таго, як тут будзе ўведзены ў эксплуатацыю галоўны млын абласнога цэнтра. Зараз на гарадскім камбінаце хлебапрадуктаў завяршаецца мадэрнізацыя асноўнай вытворчасці. Новае абсталяванне дазволіць не толькі значна знізіць энергазатраты, але пачаць выпуск прадукцыі, запатрабаванай на знешніх рынках, у чым пераканаліся ў тым ліку і нашы карэспандэнты. На территории центрального района Гомеля сегодня находится около 5000 субъектов господарения. Але комбинат хлебопродуктов – предприемство без перебольшения особливое. От его деятельности у значной ступени залежит харчовая безпека краины. Сёлета улик державного заказа тут приняли 35 тысяч тонн сбожжа. Контроль за его якостью протягивается каждый день, але уже зараз можно стверджать, что сёлетний урожай лепш за летошний. Дарыши, до 80% муки будет поставлено комбинату хлебопродуктов для вытворчества хлебобулочных выработок. Остальные реализуют насельніцтву праз гандлёвую сетку. Мы заготовілі дастаточна пшаніцы трэцяга класа з хорошай клейкавінай і будзем надзецца, што ў рабоце на сябе пакажа хорошо. У прошлым году у нас был в основном 4-й класс, но с 3-го мы не заготовілі даже себе под плановую работу. А в этом году у нас, в принципе, вопросов нет. Гомельский комбинат хлебопродуктов – предприемство со шматгадовыми традициями якости. Тут навод свой лозунг иснуе – прибыток – самое головное, але якость дорожей. Еще в 1971 году тады млыновый комбинат был узнагороджены орденом працовного червоного стяга за укоронение новой передовой технологии. Правда, с того часу шмат чего изменилось, и все лето тут проводят новую модернизацию основного млына. У вынику вытворчасть муки вышейшего гатунку с кожного килограмма сбожжа повелишится с 38 до 60%. И это не один и плюс. Это нам позволит улучшить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент и, самое главное, сэкономить средства. Сегодня энергопотребление нового оборудования в разы меньше существующего, которое до этого было. На этом мы надеемся иметь прибыль. Еще одна мета, якая будет достигнута у вынику модернизации вытворчасти – повеличение экспортных поставок. У вогуле гомельский комбинат хлебопродуктов и сегодня поставляет продукцию за межи краины, але ее ассортимент не вельми широкий. Молдова набывает житную муку. Китай – шелупинья грешки, якое выкарыстовывается у постельных приналежностях, бо оно снижает вельготность и снижает насекомых. Але это явно не основная продукция предприемства. Это большой инвестиционный проект, который реализуется при поддержке нашего губернатора и Министерства сельского хозяйства. Значит, результат реконструкции данной мельницы позволит добиться лучшей по качеству муки в Республике Беларусь. То тем самым обеспечить более качественной мукой и свой регион, и республиканский внутренний рынок, и замахнуться на хороший экспорт в Российскую Федерацию. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».